Выездные регистрации брака помогли организовать молодым павлодарцам активисты Аманат. Молодожены получили поддержку по проекту «Бакытты отбасы». К слову, торжество приурочили ко дню семьи в Казахстане. И уже по традиции, в честь памятной даты, новоиспеченные супруги повесили дверные замки на мосту, как символ нерушимого домашнего очага. Мы очень счастливы, что именно в этот день, в день семьи, так совпало. Это будет теперь как знак, что мы очень долгую жизнь проживем вместе, будем счастливы. Да, я тоже верю, то, что как бы этот день не случайно он так с нами подвернулся нам. И теперь будем жить счастливо, семьей, дружной. Партия «Аманат» в рамках проекта «Бакытты отбасы» пригласили на бракосочетание трех новых семей. Желаем крепкого здоровья, счастья, ценности детей, материнские ценности, семейные ценности. Проводятся рейды, разноформатные мероприятия в реализации партийного проекта «Бакытты отбасы».